Как-то, даже, знаете, по практике можно человека определить по лицу, молящийся или нет. Вот те, кто, альхамдулиллях, молятся давно и так далее, это какое, вот по практике тоже видно нур на лице, видно свет есть на лице у молящегося. У человека будет темное лицо, он такой, вроде не то, что он там черный там, это, и так далее. Бывают братья, например, которые у них цвет кожи темный, но ты знаешь, свет есть, нур. Есть братья белые кожа, но нету света, нура нету. То есть это не зависит от цвета кожи. Все цвета кожи Аллах сотворил. Среди нас есть темнокожие, краснокожие, желтокожие и так далее. Все, мы все братья, мы все любим друг друга. Не лучше там светлокожие, темнокожие или темнокожие. Нет, мы все братья, альхамдулиллах. Поэтому самый лучший богобоязненный. Но бывает у человека некая такая, знаете, искринка нура, света. Это от чего? Это от намаза, от молитвы.